Приветствую вас на своем канале. Сегодня у меня на обзоре бурмашинка Strong 90. Значит, у нас бурмашинка представляет в таком коробке. Все упаковано в пенопластовый саркофаг. Значит, идет у нас комплектный мотор, подставка, педаль. Педаль здесь идет нажимная. Просто вкрыл, выпил. Ну и сам блок. Значит, в комплекте с этим блоком у нас идет мотор Strong 102L. Это мотор у нас на 35 тысяч оборотов. Крутящий момент 2,8 ньютон на сантиметр. Значит, подключается это все таким образом. Сюда у нас моторчик дается. Педалька у нас сзади. Так, включаем в розетку. Значит, все, когда мы включили в розетку, если переключатель стоит в положении off, то мотор уже активен, и при нажатии на педаль им можно уже работать. Обороты регулируются ручкой. Если мы включим положение вверх, то без педали можно работать мотором ручного управления. Так, ну, на этом, наверное, все. Все, всем спасибо за внимание. До свидания.